Хей, hey, с вами Шумики, мы продолжаем проходить игру под названием «Восприятие». И, короче, у нас четвертая глава называется «Топор». Я понимаю, мы должны будем прятаться теперь... А, нет. Ну, лучше, мне кажется, не топать все-таки. Игра сохранена. Я изгоняю тебя! Ну, тогда хотя бы эти были призраки, теперь вообще ничего. Максимально странно. Эта усадьба все еще кажется... Здесь нет бога. Когда же придется то чувство умиротворения? Неужели спаситель задержался во своих странствиях? Так, раз дверь. Что так тут много дверей? Боже мой, почему эта пища? Мы переехали только вчера. Фу. Здесь все просто отвратительно. На чем мы дальше идем? Чем меньше пространства у меня для изучения. Мы не будем голодать. Мы... Муж мой, животные. Они заболели. Опа, я могу тут спрятаться, хорошо. Мои попытки были жалки и в лучшем случае. И гибельными в худшем. Семена не прорастают. И что осталось от урожая? Зачахли и рассыпались в прах. Фу, блядь. Ага. Еще одно место, куда можно спрятаться. Хорошо. Кай, вот это вы начинаете бегать? Иди нахрен. Иди нахрен. Так, где хотя бы? Звуки из леса. Эти леса вокруг заставляют меня призадуматься. Нам угрожают индейцы? Или здесь осталось что-то нечистое? Так, подожди, давай со стороны этого идти. Так, дверь открыта, значит, я тут был. Ага, это церковное местечко, значит, здесь должен быть подъем наверх. Это место проклято. И я боюсь, что из-за меня. Заперто, хорошо. Заперто.
Так, вы... Так, здесь записку. А Фейт сама не своя. Моя никогда умерла, и теперь мучается бессонными из-за тревоги. Она стонет. Вещи, которые я не могу понять. Мой муж говорит, что она не мощный сосуд. Поэтому ее уши чутки к звуку, который издает рожденный язык дьявола. Я пошла посмотреть на это нечистое создание своими глазами. Но она... Но не то, чем ее считал Томас. Сьюзан молодая, живая, с теплыми глазами и терпеливой улыбкой. Дети из города, они говорят, что она лечит их болезни. Я не знаю, кому я больше верю. Их призвал к себе Господь. Пусть они пока останутся в своих кровати. Мы можем посыпать их пеплом пока. Пока не придет, что... Нет. Только не дети. Проклятое место. Так, походу тут все, слушайте. А, типа, я теперь только по дому, да, шарю? Ладно. Сканировать. Delphi. Text to speech. Illegible. А, то... Подожди, а почему тогда мне показали снизу? Это ж кроваво... Плачущая дева, да? Давай спрячемся, но... Ни хрена звуки. А есть смысл, оно ж не показывает. Когда мы напишем книгу про все это безумие? Так, выглядит как список, но в нем нет вычеркнутых имен. Нарисованы странные знаки. За крючками по всей поверхности. Предметы, которыми я располагаю, соль, розмарин и мои мешочки. Я нашла в доме мотылька в коконе. И старый череп дедушка, наверное, они для чего-то нужны. Ниже куча вопросов, слишком ненадежно. Я призываю четверо или до после того, как и насчет талисмана, достаточно ли будет куклы. Сделается мне то, не вполне понимая, что делает. В самом низу стих, там какое-то стихотворение. Ты веришь в Бога про душу? Ничего себе. Секундочку. Внезапно у меня голос, а мне нужно выпить. Поговорим потом. Так, кокон, если что, я запомнил, где ты. Хватит ли этого? Мне нужна помощь. Завтра он снова придет. И с ним будут другие горожане. Вот, а теперь меня как раз направляет вниз. Так, а теперь мне нужно найти, где я спуск вниз. Так, с левой стороны.
Понимаете? Мы можем поддерживать еще несколько, пока путь к побережью не оттает. Они не должны были есть эти. Ага, ладно. Этот человек снова приходил к моему дому. Он называет мое целительное и смотрит на мои земли в освобождении, как на женщину. Я должен укрепить это место. Как яблоня укоротила в земле, так я могу душу поставить корни. Защищая это место от тех, кто несет ему вред. Взять спички. Ты справишься. А кукла? И? Ну, допустим. Было бы стрёмно, если бы здесь на самом деле что-то бегало все это время. И мне нужно было бы от этого скрываться. А так, здесь... Ага. Типа спичками поджечь? Значит, я все правильно делаю. Посмотрите, радиус, радиус. Ничего живого, кроме этого дерева. Но это ненадолго. Я не вполне понимаю, что происходит, но уничтожив это дерево. Что? Типа мне нужно топор искать, так я понимаю? Мне показывают куда-то сюда. Понятненько. Привет. Замок ржавый. Возможно, я смогу его просто сбить. Ой, зря я, да, активировал. Хотя, он не пропал. Значит, все нормально. Мой муж всегда говорит, что череп олицетворяет нашу чистоту, прикрывает наши пороки. Она никогда не его не носила. Ее локоны всегда были дикие и свободны. Я оставила щепец у нее на пороге. Вход в рай не должен быть закрыт ни для кого.
Сожжем ведьму. На костре эту ничемную женщину. Я ничего плохого не делала, помогла больным и... А, она подожгла, подожди, под размером, это для человека, либо для ребенка? Вау, серьезно? Муж, мы животные. Они заболели. Ага. Ну, типа, стрёмные звуки, да? Типа, я должен испугаться был. По факту я испугался. Я просто ничего бегать не хочу, понимаете? Я хочу спокойно игру допройти, И теперь я смогу сбить этот мороз. Хочу пройти. Я изгоняю тебя. Мысли, блять, оно здесь? Фманать, я думал, оно рили здесь. Я думал, хе-хе. Все равно она держит в страхе. Знаете, типа, постоянно ты вот не знаешь. Стоит тебе эти, не стоит. То есть тут прохода нету. Хотя можно здесь вот, видите, как пройти. Так, это я... Замок, да? Почему вы это делаете? Какой грех я совершил, если не считаете, что я одинокая женщина и владею без землей? А мы в дом идем, да? А корни... Мне нужен топор. Я понял. Можешь мне сказать, что передо мной? Просто иди прямо. Не сомневайся, просто иди. Простите, тебе там самое место. Тебе там самое место. Дарим. Кровь Дарима. Кровь Дарима. Кровь Дарима, кровь Дарима. И он постоянно это повторяет. Я не хочу знать, что там в воде. Пускай оно плавает спокойно, мы не смотрим на это, так ведь? Не? Нет. Я причинила зла не вам, не вашему богу. Я лишь владею землей, которую вы жаждете заполучить себе. Алло? Надо же, ты ответила. А мне казалось, ты уже летишь во Францию, и холоды держит тут. Постой, ты здесь? Да, в аэропорту. Я беру в аренду автомобиль, тут же пробиваю. Я бы поставил на... Что будет? Бури?
Ты уже говорил, как местный... Я просто не ожидал, что ты... Разумеется. Слушай, я серьезно говорю. Я не шучу. Я сказал, что приеду, значит, я приеду. Не позже, чем через 2 часа. Хорошо. Видимо, я должен следовать за совой. Мне сова что-то пытается показать, и... Там что-то внизу воды. А. Ладно, идем за собой. Ни хрена себе. Разве вы не боитесь моей мести? Если я на самом деле на виду... Разве я не прокляну эту землю? Не прокляну ваш новый дом. Не отравлю ваши фрукты. Не нашлю чуму на ваш рот. Кажется, дом горит. А, нашел. Это топор, да, походу? Да. Пора взяться за топор. Ну, а если это плохая концовка? Ну ладно, го. Забудьте про огонь. Мы должны повести эту ведьму. Мы ощущаем эту землю во имя Господа. Смотрите, эта ветка выдержит вес. Принесите мне веревку. О боже, я не пытаюсь перерезать веревку. Спасибо. Мне так жаль. Надеюсь, теперь ты сможешь отдохнуть с миром. Кровь Дарима. Беги. Ты единственный Дарим, которого она пытается убить. Но не смогла. Что? Я думала, я все исправила. А куда бежать? В дом Кассандра. Дом горит, нет! Позволь нам помочь тебе. Типа. Потому что мы твоя кровь. Моя кровь? Стоп, я не понимаю. Подведи ее к огню. Позволь нам помочь тебе. Приза, иди на... Быстрее, она за тобой. Подожди, пока я дам сигнал. Я боюсь. Мы... Подожди ее. Тише. Жди. Но она не стрёмная, но хочу поджечь быстрее. Давай! Все хорошо. Ты знаешь, куда идти? Башенка?
Конечно. Башенка. Я бегать все еще не могу, но я могу приседать. Что это? Почему я это вижу? Доктор Брайан, кто здесь? Что это? Секундочку, что это? Что-то горит? Фелиция? Нет. Сандра, иди по дороге на рынок, где продают конфеты, помнишь? Беги, родная. Я люблю тебя. О боже. О боже мой. Сандра, это Кассандра? Боже мой. Папочка. Я знаю, что ты напугана, дитя мое. Но ты можешь верить нам. Фелиция? Она там? Мама? Прыгай! Я не могу. Верь мне. Прыгай. Ладно. Там второй этаж, алло. Моя дорогая Кассандра. Хоть ты и живешь во тьме, ты не одинока. Это типа я телек, да, пробиваю? Но эта точка с водой, смотрите, все еще там. То есть, поняли, нас просто с вами кидает уже заготовленные локации, и все. Я разгадал этот секрет. А, это типа теперь дом как выглядит, да? Сова, кукла, дерево. Осмотреть. Ну, я могу, типа, это сделать, да. Ну, давайте осмотрим. Серж, слава богу, ты в порядке. Я добирался всего час, а ты уже успела спалить дом. Мне нужно это сделать. Нужно? Да. Что ж, может, в конце концов, это было к лучшему? Так, что здесь произошло? И ты в порядке? Долгая история. И со мной все хорошо. Как никогда, на самом деле. Теперь будь куколкой. И помоги мне встать. То есть она переделала... Основной сюжет лежит история Сьюзан Мартин, предок режиссера Билла Гарднера. Сьюзан была обвинена в колдовстве дважды, прежде чем ее сожгли виновной и повесили в 1692 году. Мы посвящаем эту игру всем, кого правильно, так, неправильно поняли или недооценивали, тех, кого недооценивали. И всех, кому говорили, что они ни к чему не пригодны. Хотя мир полон страданий, он также полон примеров их преодолений. Хелен Келлер. И, ребята, походу это конец. Да, это конец. Мы прошли с вами все-таки игру. Я так и не понял. То есть... Это ее сон был?
А теперь у меня вопрос. Если я начну с продолжить, я буду в доме начинать? Я хочу просто посмотреть, что будет, если я не нажму на... Домик, осмотри дом. Может, и на этом там уже еще была комната, в которую я мог пройти. Если вы помните. Долгая загрузка довольно. Хотя они могут начать сразу с диалога. Кто знает, посмотрим. В принципе, это у нас какая серия? Will this be enough? I need help. He is coming again on the Завтра он снова придет. And with other townsfolk. А, то есть... я понял. Я начал аж отсюда. Ну, что, ребят, давайте, я думаю, мы с вами на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем до следующих игр. Всем пока.